Да будет. Бхагаватам, 6 песня, 11 глава, 21 стих. Пословный перевод. Ахам. Я. Самадхая. Полностью сосредоточив. Манаха. Ум. Ядха. Как. Аха. Сказал. Наха. Наш. Санкаршана. Господь Санкаршана. Тат-чара-на-ра-винде. На его лотосных стопах. Тват-ваджра. Твоей молнии. Рамха. Силы. Лолита. Разорваны. Грамья. Материальной привязанности. Паша. Узы. Гатим. Цели. Моне. Нарады Муни и других преданных. Ями. Достигну. Апавидха. Оставив. Лока. Ши материалу пасауле. Где властвует стремление к приходящему. Перевод. Удар твоей молнии положит конец моему заточению. Я смогу расстаться и с этим вредным телом, и с миром, полным материальных соблазнов. Сосредоточив ум на лотосных стопах Господа Санкаршаны, я, по его обещанию, смогу достичь цели великих мудрецов, таких как Нарада Муни. Комментарий. Слова «Ахам Самадхая Манага» указывают на то, что в момент смерти самое главное — сосредоточить свой ум. Сумев сосредоточиться на лотосных стопах Кришны, Вишну, Санкаршаны или любого другого образа Вишну, человек достигает совершенства жизни. Поэтому Виртрасура и призывает Индру поскорее применить свою молнию Ваджру, желая погибнуть полностью поглощенным мыслями о лотосных стопах Санкаршаны. Поскольку ему было суждено погибнуть от молнии, которую Индре дал Господь Вишну, это оружие не могло подвести. Поэтому Вритрасура попросил Индру не медлить, а сам тем временем приготовился к смерти, сосредоточив мысли на лотосных стопах Кришны. Преданный готов в любую минуту расстаться с материальным телом, которое данный стих называет грамья-паша, узами материальной привязанности. Тело не приносит никакого блага, а лишь приковывает душу к материальному миру. К сожалению, глупцы и негодяи полагаются только на свое обреченное на гибель тело, и потому не испытывают ни малейшего желания вернуться домой, к Богу. Конец комментария. Шри Чайтанья Мано Биштам Стапитам Йена Бутале Сваям Рупа Гадам Айам Дадати Свава Дантикам Ванча Калпаджу Бьюштя Крипа Синду Брива Ча Атидан Ванбибьо Вишнабебьо Намо Шри Кришна Чайтанья Уничананда Шри Адвайта Гадамара Шри Васади Гуру Бхактавинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So for most people, the subject of death is, you could say, a forbidden subject. Можно сказать, что для большинства людей тема смерти — это запретная тема.
No one really gives seminars on death, except for the devotees. За исключением преданных, никто не дает семинары и лекции на тему смерти. No one actually gives seminars about death, except for devotees. It's something you avoid at all costs. Это что-то, что любой ценой хотят избежать. But even though you may avoid the subject matter, death, as they say, is inevitable. It will happen anyway. Но даже если тему смерти и разговоров о ней еще можно избежать, то самой смерти никак не удастся избежать. Это неминуемо. And amongst all these kinds of sufferings we have in this material world, death is, in one sense, unique because it only happens once. И среди всех тех страданий, которые мы получаем на протяжении жизни, смерть — это нечто особенное и уникальное. Она случается лишь раз. Yeah, diseases we experience throughout life many times. Болезни нас сопровождают много раз на протяжении жизни. So, yeah, what was I saying? You said that diseases come always in this life, from time to time. Yeah, and old age is also something which is... Старость — это также что-то... experienced over a long period of time. То, что мы испытываем на протяжении какого-то времени. But death is unique because it's a one... time experience. Но смерть уникальна тем, что это одноразовый опыт. And it's also unique because you don't know when it's going to happen. Также она уникальна, потому что вы не знаете, когда она с вами случится. I could give the class this morning and then walk out and boop. Я могу вот сейчас давать лекцию утреннюю, а потом выйти за двери и все. No matter what I plan during the day, there's nothing I can do about it. Неважно, что там, какие у меня были планы на этот день, ничего уже не смогу с этим поделать. So it's a one-time experience and it lasts for one moment. Это единоразовый опыт, он длится всего лишь мгновение. So the reason why people don't discuss it because they don't have any experience of it until it happens to them, and even then they can't tell anyone. И причина, по которой люди об этом не говорят, потому что это с ними еще не происходило, и даже когда это с ними и произойдет, они все равно не смогут никому рассказать об этом. Of course, there are some people who do experience out-of-body experiences, so they kind of die and look down on their body. So that is something that has been recorded. Do you understand what I'm saying? Yes, I do. Но бывают также люди, у которых случается опыт смерти, когда они выходят из собственного тела, делают это намеренно, и вот сверху наблюдают за тем, как их тело лежит, и возвращаются обратно. I heard one story. One lady was having an operation. I can't remember the details, but the doctors who were operating made a kind of mistake during the operation, and her heart stopped or something, and she left her body, and she was looking down on the operation. They were doing what they were saying. Я слышал одну историю о женщине, которая находилась на операционном столе. Я не помню подробности, но смысл в том, что во время этой операции доктора допустили некую ошибку, вследствие которого ее сердце остановилось, и она оставила тело. I'm trying to remember the details. The doctors were joking a little bit. It wasn't very... I don't remember what they said, but... Anyway, it wasn't very polite or doctor-like mood or consciousness. Она потом смотрела сверху вниз на эту ситуацию. Так или иначе, они
Она видела, как они общались, и эти доктора, они вели какие-то беседы, они шутили. То есть это было не то настроение, которое должно присутствовать у врача. Эта женщина, пациентка, она слушала их беседу и смотрела. Но в какой-то момент она вернулась обратно в тело. And she was recovering from the operation. Она восстанавливалась после этой операции. The doctor came to see her. И потом один из докторов пришел наведать ее. She really gave it to him. И она вот ему высказала. He was so surprised. И он был так удивлен. Yeah, so there's these kind of experiences. То есть есть и такой опыт. Yeah, no one wants to die, but death comes. It's just inevitable that it's around the corner, somewhere. То есть никто не хочет умирать, но смерть так или иначе она придет. Это неминуемо. Она просто за углом. And Krishna also he reserves one whole chapter in the Bhagavad Gita, where he talks about this preparing for that moment, that unique moment of death. Кришна посвящает целую главу Бхагавад-гиты тому, как подготовить себя к этому моменту смерти. And even Srimad Bhagavatam, you know, the subject matter of Srimad Bhagavatam, the underlining subject matter is what you should do in the human form of life to prepare for that last moment. И основополагающая тема Шримад-Бхагаватам заключается в том, что должен человек делать на пороге смерти, чтобы подготовить себя к этому опыту. And this was, of course, asked by Maharaj Parikshit to Sukadev Goswami. Это Махарадж Парикшит задавал вопрос Шукадеве Госвами. And he asked him. И все поклялся. O trustworthy brahmanas. О, достопочтенные брахманы. I now ask you about my immediate duty. Сейчас я вопрошаю о своем долге. Please, after proper deliberation, tell me of the unalloyed duty of everyone in all circumstances. Пожалуйста, расскажите мне о том долге, что должен делать человек, находящийся в таких обстоятельствах, как я. And especially of those who are just about to die. Что должны делать все люди, особенно те, кто скоро умрут. Yes, so in the Bhagavad Gita verse, one couple of verses. И в Бхагавад-гите есть пару шлок. Whatever state of being one remembers when he quits his body. В каком состоянии бытия не помнил бы человек, покидая тело? O son of Kunti. О, сын Кунти. That state he will attain without fail. Того состояния он и достигнет в следующей жизни. That's Bhagavad Gita 8.5 is also. Это Bhagavad Gita 8.6. And whoever at the end of life quits his body remembering me alone at once attains my nature. Также в Бхагавад-гите 8.5 сказано: тот, кто в конце жизни покидая тело, помнит только меня, сразу обретает мою природу. Of this there is no doubt. В этом нет никаких сомнений. So for the devotees, obviously we are studying Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam on a daily basis, and we become aware of the fact, the importance of this preparation of the last moment of life. И будучи преданными, мы практикуем каждый день чтение Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиты, и таким образом мы подготавливаем себя к моменту смерти. Yes, the art of dying. Это искусство умирать. It's an art, so when you try to perfect something, some scholarship or
degree, whatever it may be, you study the art and you perfect it. И это искусство, потому что когда вы в чем-то совершенствуетесь, то вы изучаете данный предмет, вы трудитесь над ним, и вот таким образом получаете знания. And so similarly in Krishna consciousness we're also studying the art of dying, how to prepare ourselves for that last moment. Также в сознании Кришны мы постигаем искусство умирать, то, как подготовить себя к последнему моменту жизни. For the non-devotees, they want to learn the art of living. Непреданные, они стремятся постичь искусство жизни. Of course, we are also interested in that. Конечно, мы также интересуемся этим. Because even living, there's an art. Потому что сама жизнь — это искусство. And we're learning that art. Мы постигаем его. Prabhupada said once that he said regarding rising early in the morning, it's not a question whether we should rise or should not rise early. Шрила Прабхупада однажды сказал, что нет вопроса в том, следует ли нам просыпаться рано утром или не следует вставать рано. He said it's common sense. Это здравый смысл. That's how he explained it. Это вот так он объяснил важность, что это здравый смысл просыпаться рано. You know, when you hear that, you think, oh, common sense. Когда мы слышим это, что это здравый смысл, мы задаемся вопросом. Because for us, you know, we haven't been taught that. Потому что нам это сказали. So it's not common sense. И поэтому это здравый смысл. But when we start practicing Krishna consciousness, yeah, of course, common sense. Rise before the sun. И если вы практикуете сознание Кришны, то, конечно, в этом заключается здравый смысл, что вы встаете рано утром. And there's many other arts which we are learning on a day-to-day basis. Также есть много других видов искусства, которые мы постигаем ежедневной основе. The art of cleanliness. Это искусство чистоты. The art of искусство eating. Кушение пищи. The art of dressing. Искусство одеваться. So these are all arts within Krishna consciousness. Все эти вещи — это разные виды искусств в сознании Кришны. Yeah. And it's not easy in the beginning because obviously we've been learning another kind of art of living which is on the bodily concept of life. Конечно, вначале это может быть совсем не легко, потому что мы долгое время постигали другое искусство, которое находилось в материальной концепции. And when people see devotees, like yesterday, I was looking from the distance as a cart was moving away. I saw all the many devotees and chanting and dancing, and then I saw in between the devotees and myself there was a couple that they had just got married or something, and they were doing some kind of weird thing in the middle of the square. Все, что мы знали до этого, оно было находилось в рамках телесной концепции жизни. Как, например, вчера во время шествия колесниц, колесница, она двигалась, и как раз между колесницей, мной и преданными находилась молодая пара, которая недавно, они, видно, женились и что-то делали посреди площади. And the contrast was very obvious. You know, one was on the bodily concept of life, and the devotees were transcendental bliss, experiencing the bliss of the soul in connection with Lord Jagannath. И в то время как преданные, они пели, танцевали, и находясь на духовной концепции жизни, на духовной платформе, полное блаженство, то эта пара, она находилась на телесной концепции жизни. Also, there's a nice verse in the Srimad Bhagavatam regarding Yamaraj's instructions to his servants. Также есть один стих в Шримад Бхагаватам, в нем Ямарадж дает наставление своим слугам. He says, он говорит, this is his instructions. Это его наставление. To the Yamadutas. Yamadutam. Swan-like persons are exalted persons.
Люди, подобные лебедям, это возвышенные личности. Who have no taste for material enjoyment. У них нет вкуса к материальному наслаждению. And who drink the honey of the Lord's lotus feet. И они пьют мед с лотосных стоп Господа Кришны. But my servants bring before me for punishment only persons who are averse to the taste of that honey. Но, пожалуйста, мои слуги, приведите ко мне тех людей, которых не привлекает этот мед. Who do not associate with swan-like devotees. Тех, кто не общается с лебедеподобными преданными. And who are attached to family life, worldly and worldly enjoyment. И тех, кто привязаны к семейной жизни и мирским удовольствиям. He continues by saying, Bring to me those persons who do not use their tongues to chant the holy name. И также он продолжает, говоря, «Приведите ко мне тех людей, которые не используют свой язык для воспевания святых имен». Whose hearts do not remember the lotus feet of Krishna. Тех, чьи сердца не помнят о лотосных стопах Кришны. And whose head does not bow down even once before the Lord. И тех, чья голова ни разу не склонилась перед Господом. So, Watch out. Поэтому берегитесь. The Yamadutas are watching. Ямадуты наблюдают. In fact, it is said that the Yamadutas they know when someone is about to die. So a couple of weeks before that time, they come and go several times, checking out this individual person. На самом деле говорится, что ямадуты, они знают, когда должен человек оставить тело, и за две недели они наведываются к нему несколько раз, проверить, чем он занимается, как он. He's got neck beads. Let's just check him out, how serious he is. Ага, вот у него кантимала на шее, значит, нужно проверить, насколько он серьезно практикует. Yeah. So usually, As they've been instructed that devotees of the Lord are swan-like persons, so don't bother. They're already liberated souls. И обычно ямадута их учат тому, что преданные это люди подобные лебедям, и их обычно они не трогают, они просто наблюдают. But those who are persons who are inauspicious and quite sinful. Но те люди, которые являются невежественными, они очень несчастны. Then bring before me. Вот тех приводите ко мне. So there's another description in the Bhagavatam. Есть другое объяснение в Бхагаватам. The messengers of Yamaraj, who are fierce. Посланники Ямараджа, которые злобные. Horrible-looking persons. Ужасно выглядящие личности. With twisted features. С искаженными лицами. Twisted features. Какие-то покореченные. Means they look horrible. То есть они выглядят ужасно. Copper red flaming hairs. С медными медными горящими волосами, that stand on end, которые стали дыбом, and frightening to look at. И они настолько ужасны и страшны, что даже страшно взглянуть. They appear at the deathbed of the person and forcibly drags him from his body with ropes. Они приходят к смертному одру того человека, который оставляет тело, и веревками вытягивают его. Hound dogs of hell come hound dogs of hell come ahead several days before. They also come to sniff out those sinful persons. И также здесь говорится, что адские псы
Они приходят за несколько дней до того, как человек оставляет тело и разнюхивают все вокруг. Even the dogs are aware who's sinner and who's not. Вот даже собаки, они знают, кто является грешником, а кто нет. Like the dogs of this world. Так вот у нас собаки все разнюхивают. They're looking for food. Когда ищут еду. Or some scent which they can enjoy. Или какой-то запах, которым они наслаждаются. Well, these dogs, they're well fed. Этих собак хорошо кормят. They don't look for food, they're looking for sinners. Вот эти адские псы, у них хватает еды, они питаются грешниками. Sometimes such experiences are very frightening. Некоторый опыт, он особо страшен. И баугенанчас. And sometimes people having that experience, even at that moment, they die because they're so fearful. И люди, которые сталкиваются с таким опытом, с этим страхом, они от этого страха оставляют тело. I took down some samples of people that have had that experience. Do you want to hear that? Вы хотели бы услышать примеры истории тех людей, которым таким образом оставили тело? Žinoma, sekmadienio rytui tai yra tobula. Okay, Michael, who fell from a crane and hit his head, was in hospital. Майкл, который упал из строительного крана и ударился головой. He almost died there that night in intensive care. Он находится в больнице и чуть не умер в отделении интенсивной терапии в тот день. He explained afterwards. И после этого он рассказал. I was attacked by five horrible-looking monsters. На меня напали пять ужасных монстров. They came into my room through the windows. They just went through the window. И они оказались в моей комнате, попали туда через окно. They said they had come to get me. Они сказали, что пришли за мной. He even mentioned that one had a rope in his hand. И также напомянул, что у одного из них в руках была веревка. He was so frightened by their appearance that he threw a chair at the window. И их внешний вид так напугал его, что он бросил в них стулом и попал в окно. And four nurses came to restrain him. И четверо медсестер прибежали, чтобы усмирить его. Another story. Другая история еще есть. A devotee was looking after her father during the last moments of his life. Одна мать, жена преданная, она присматривала за своим отцом в последние дни его жизни. The last day before he died. За день до его смерти. He said to her, "There's a big dog in the room." Он сказал, есть здесь в комнате сидит большая собака. An ugly person floating outside the window. И ужасные личности, они парят за окном в воздухе. Hours before he left this world, he became terrified over something he was experiencing whilst lying in the hospital bed. За несколько часов до оставления тела он был очень напуган, потому что переживал нечто потрясающее и ужасное. He was saying, "I beg you, let me loose, please, let me loose." И он кричал, "Пожалуйста, умоляю тебя, отпусти меня." He was thrashing around like a madman. И он дергался со стороны в сторону, как сумасшедший. I came and asked him, "What's happening?" Я пришла и спросила, что случилось. He said, "Sue," that was her name, Sue. "Oh, Sue. I tried to get away, but they got me." И он сказал, Сью, это так ее звали. Я пытался вырваться, но они меня схватили. He cried out again and again.
И он снова и снова вскрикивал. Oh, for God's sake, let me go. О, пожалуйста, молю вас, отпустите. Just for 10 minutes, let me rest. Дайте мне отдохнуть хотя бы 10 минут. Please, I beg you. Молю вас. I said to my dad, do you want me to hold your hand and chant? И эта мать даже спросила своего отца, хочешь, я возьму тебя за руку и буду повторять Святое имя? Yes, yes, please do. Он сказал, да, пожалуйста. I held him tight for the next 3 hours. И следующие 3 часа я держала его крепко за руку. While chanting. И повторяла. And at one point I asked him. И в какой-то момент я спросила его. Have they still got you? Они что, все тебя еще держат? No, they have let me go. Нет, они отпустили, ушли. I continued chanting until he breathed his last. И я продолжила воспевать Махамантру до последнего его вздоха. In the hospital it is called terminal restlessness. И в госпитале это называют терминальной стадией беспокойства. Прешмертинас нарамамас. Yeah, they don't know about the Yamadutas. Они не знают о Ямадутах. So they have to write something. What is this? What is this experience? И поэтому они дают свои названия этим состояниям. So they call it terminal restlessness. Эта стадия называется агония или делириум. And the nurses usually pump the patient with morphine. И обычно в таких ситуациях медицинский персонал накачивает морфием пациента. And ignore their cries. И игнорируют все его истерики. Just one more. Еще одна история. Not experience, but another quote from the Bhagavatam. Это уже будет не история, а цитата из Бхагаватам. On the road to Yamaraj's abode. На пути к обителям Ямараджа. The sinful person is taken over long stretches of hot, dry sand. Человека тащат по раскаленному песку. Insulted in various ways by other horrible creatures and bitten by dogs. Его насилуют и причиняют различные телесные увечья разные существа и кусают собаки. At the end of his terrible journey, he is taken before Yamaraj. И в конце этого путешествия, это пути к Ямараджу, who is in charge of punishing the sinful. Того, кто отвечает за наказание грешников. The sinful person is then forced to accept a position of suffering according to his sins. Этот грешник, он вынужден принять то положение, которое он получает вследствие всех совершенных грехов. He is sent to one of the 27 hellish regions. И вследствие этого его отправляют в одну из 27 адских обителей. Actually, there's more. Есть и еще одна цитата. That sucked. Ask him. This is going back to before you leave the body. Это описывает то состояние до того, как вы оставляете тело. This is actually talking not so much about sinful people. И это говорит не столько о грешниках. They may then someone who's more pious will have a more natural departure. Больше о более благочестивых людях, которых умирают своей смертью. But here's some more quotes about dying. И также это цитаты об оставлении тела. At the time of death, the spirit soul departs from the material gross body. В конце жизни душа оставляет грубо материальное тело. At that time, the soul covered by the subtle body of mind, intelligence, and ego, leaves the body. И в этот момент душа, которая была покрыта тонким телом, умом и эго, она освобождается. The subtle body always travels with the soul in every body. Тонкое тело всегда следует за душой в другое тело.
Death may come from a variety of causes. Смерть может прийти по любой причине. But when it actually happens, the first thing a person experiences is total darkness. Но когда она приходит, то первое, что испытывает человек, это сущая тьма. All is dark. Повсюду все темное. But this darkness lasts only for a few moments. Но эта темнота, этот мрак, он длится всего лишь несколько моментов. The super soul, situated right next to the soul, illuminates a hole which appears to the soul to be the light at the end of the tunnel. Сверхдуша в этот момент она подсвечивает таким кругом место, которое для души кажется светом в конце туннеля. There are 118 different passageways. Есть 118 таких вот путей, тоннелей. By which one can depart from his body. Через которые эта душа оставляет тело. The super soul illuminates only one of these passageways. Сверхдуша она подсвечивает только лишь один из этих тоннелей. Which is according to the karma of the soul. В соответствии с кармой живого существа, души. He selects the passageway just according to the previous activities of that soul. И она выбирает этот один путь в соответствии с деятельностью в прошлом души. And when that light is lit, the soul naturally wants to go to that light, and that's the passage. И когда этот путь он подсвечен светом, то это естественная дорога для души. And this is very interesting, this next part. И очень интересна следующая часть. As soon as the soul is out of his body, he feels relieved of the burden of the material frame. Как только душа оставляет тело, она избавляется от той тяжести, которая была, когда она находилась в материальном теле. He starts to move naturally. Она начинает естественным образом двигаться. At that time, he will experience the world from the point of view of the subtle body instead of the gross body. И в этот момент душа, она имеет опыт взаимодействия с этим миром как тонкого тела. He will see things much more clearer. И все видится в более ясном свете. Just try to imagine how much more beautiful the world must seem when seen through the spiritual eyes. Можно себе лишь только представить, насколько более красивым является материальный мир, если смотреть на него чистыми духовными глазами. He then enters the womb of his next mother. И после этого душа пребывает в чрево новой матери. Yeah, and then we know what happens next. Ну, вы знаете, что это значит. The body develops. Знаете, что тело развивается. And after 7 months, it's sufficiently developed to support consciousness. Через 7 месяцев такое сформировавшееся тело, оно становится способным поддерживать жизнь. And at that time, when the child is becoming conscious again, he starts to kick his mother, trying to get out, want to get out of here. So that kicking is a kick to wanting relief from that suffering and hellish condition. Когда на 7 месяце беременности у плода уже проявляется, у этого живого существа проявляется более высокое сознание, то ребенок начинает биться в утробе матери, таким образом, этими толчками давая понять, что он хочет избавиться, освободиться от этих адских страданий внутри утробы. Of course, when the baby is kicking, mother is thinking, oh, baby is talking to me. Конечно, когда ребенок толкается, то мама думает, что, о, он со мной так общается. She thinks, oh, so nice, my baby
communicating with me. Такой хороший малыш общается со мной. Yes, he is communicating. Да, он общается. And he's also praying intensely to the Lord. Разговаривает сам, и в то же время он молится Господу. If you get me out of here, I promise I will serve you. Если ты освободишь меня отсюда, я обещаю, что буду служить тебе. Just get me out of this suffering. Просто освободи меня от этих страданий. But the problem is that when we do eventually take birth, and the world seems to be so nice. Но проблема в том, что когда мы таки рождаемся, в этом появляемся в этом мире, то нам кажется, что мир прекрасен. Yeah, the child takes comfort, shelter in so many different ways. И о ребенке заботятся, дают ему прибежище разными способами. And forgets the prayers that were made just minutes before. И таким образом он забывает о том обещании, которое он дал буквально минуту назад. And then lives another life. И проживает еще одну жизнь. In this way, birth, death, 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 birth, death. И таким образом человек в этом находится в этом круговороте смерть, жизнь, рождение, смерть, рождение, смерть, рождение, смерть, рождение, смерть. One more. Рождение, смерть, еще один раз. And again, and again. И потом снова и снова. We've been here so long, we don't even know. We cannot even calculate how many times we've been around this. На самом деле мы уже так долго находимся в этом материальном мире, столько рождений принимали, что даже не счесть. Мы празднуем дни рождения, говорим с днем рождения тебя. Но с каким днем рождения мы поздравляем и какое празднуем? Какое по счету? We've been crying. Мы уже плачем на протяжении миллиона лет. But here we are celebrating. Но так или иначе, вот отмечаем. Happy birthday to you. С днем рождения тебя. What did the devotees sing? Но как поют преданные? Hope you never take birth again. Надеюсь, ты никогда больше не родишься. You sing that here? Вы поете эту песню? Yes. Sing it. Let me hear. Давайте я послушаю. О, кад niekad daugiau nemirtum, о, кад niekad daugiau... Ой, tai yra, кад niekad daugiau negimtum, о, кад niekad daugiau negimtum. I said... Перевел сначала неправильно, начал петь, желая, чтобы он никогда не умирал, но на самом деле, да. You hope, don't. You wish. Правильно это. Желаю никогда больше не рождаться. Again, this is the difference between devotees and non-devotees. Devotees are just concentrating on, oh, your body is 21, 35, 77. Дело в том, что непреданные не концентрируются на теле, на возрасте, то есть вам сегодня 21, 35 или 77. And the devotees, oh, your body is 21, but hope you never take birth again. Но преданные говорят, что да, твоему телу сейчас вот столько-то лет, но твоя душа, и желаю тебе больше не рождаться. So, like that, we are very fortunate to be able to receive this knowledge, which is going to relieve us of this continuous birth-death suffering. Да, мы на самом деле очень благодарны, что у нас есть это знание, которое поможет нам избежать этих страданий постоянного рождения и смерти. In one class in Los Angeles, Prabhupada was talking about birth. Birth means death. Как однажды на одной из своих лекций Шрила Прабхупада говорил, что рождение — это смерть. At the moment you're born, you're dying. Потому что в тот самый момент, когда вы рождаетесь, вы уже начинаете продвигаться к смерти.
Disease means dying. Болезнь также означает смерть. Old age means dying. И старость также это смерть. So, dying, dying, dying. То есть мы постепенно умираем, умираем, умираем. Birth means death. Поэтому рождение означает смерть. And we are trying to put a stop to this birth and death business. И мы стараемся поставить точку в этих постоянных рождениях и смерти. And therefore we have our different practices. Поэтому у нас есть разные практики. We're practicing how to remember Krishna. Мы пытаемся помнить о Кришне. Through his name. Через его имя. Form. Форму. Pastime. Лилы, деяния. Yeah. This way, this remembering Krishna is of paramount importance to the life of a devotee. Поэтому помнить о Кришне представляет очень важную роль для преданного. I remember once I traveled with Devamrita Swami to the Soviet Union, the Poland and East Bloc. Я помню, как однажды путешествовала со Шрила Девамритой с вами Махараджем в страны бывшего Советского Союза, в Польшу. Wonderful experience of the intensity in preaching in such places. И это был замечательный опыт такого интенсивной проповеди. But we had another adventure, which I never ever will I forget it. Но также там было одно особое приключение, которое я никогда не забуду. You want to hear it? Хотите узнать? I was driving the car. Я был за рулем. It was a cold morning. There was ice, but the sun was melting the ice on the road. Это было холодное морозное утро. Дорога была немножко покрыта льдом, но в то же время светило солнце и лед плавился. And I was driving, and suddenly I lost control. Я вел машину и внезапно потерял контроль. Started slide. И машина начала скользить. Slide off the road. Скользить к обочине. And as we slid off the road, the car turned four times. И когда мы были на обочине, то машина перевернулась 4 раза. Down the bank. И спустилась прямо вниз к берегу. So Devamrita Maharaj. И Девамрита Махарадж. As we were turning over. В то время как мы переворачивались. He cried out. Он кричал. Krishna! Save us! Кришна, спаси нас! No. Кришна! 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 Save us! Ижгальбек! Спаси! Okay, you can translate again. Переводчик получил одобрение на следующее. You're a good translator. Служение в переводе лекции. Кришна! Okay. Не нужно быть слишком. Don't get too excited. Слишком воодушевленным. Yeah, and what was I doing? Что делал в это время я? Still trying to control the car. Я все еще пытался вернуть контроль от машины. Didn't even say one Krishna, not one. И даже ни разу не произнес имя Господа. И из зала говорят, что это была ваша обязанность, Махарадж, вести машину. I think my duty was over, and we were turning like this. Махарадж говорит, что моя обязанность подошла к концу, как только мы начали переворачиваться в машине. Yeah. So this is a wonderful experience that I had. Это был очень замечательный опыт, который у меня был. Which I never forget because Maharaj showed me what I'm supposed to do in such circumstances. Это был замечательный опыт, потому что Махарадж показал мне, что я должен делать в подобных обстоятельствах. So he was prepared. Он был готов. And I was not. А я не был подготовлен. So this really highlighted something within my heart and mind that now you must also prepare just like Maharaj is prepared. И это показало мне, что я должен в своем уме быть готовым так же, как готов Махарадж. So this is why we associate with devotees, because devotees are
They're not just swan-like, but they are full of knowledge and full of realizations of the perfection of human life. Именно поэтому мы общаемся с преданными, подобными лебедям, которые полны реализации и осознаний о важности и совершенстве человеческой жизни. And they guide us on the path of perfection. И они нас ведут по этому пути к совершенству. So their association is most important. Поэтому общение с ними очень важно. As soon as we start association with non-devotees, everything goes back to this bodily concept of life. Потому что как только мы начинаем общаться с непреданными, вся наша жизнь она скатывается на телесную концепцию жизни. But in the association of devotees, we're constantly reminded of the goal and how to achieve that goal. В то время как общаясь с преданными, нам всегда напоминают о важности и цели человеческой жизни и то, как ее достичь. So welcome to Krishna consciousness. Поэтому добро пожаловать в сознание Кришны. There is never a boring moment. Тут никогда не заскучаешь. Hare Krishna. Hare Krishna. Any questions you want to ask? Есть ли у кого-то вопросы? Maybe just short addition in regards to dogs sniffing for the sinful. In visage, we have trained the dogs to sniff for the drugs. So it's realistic. Yeah. Из зала говорят, что Махарадж привел пример того, что собака, адские псы, они идут по следу и унюхивают грешника. Точно так же в нашем материальном мире собак используют для того, чтобы искать наркотики. Yeah, the dog has very special nose. Да, потому что у собак, Махарадж говорит, очень особый нос. Some animals have a special sense. Особое обоняние. For the dog, it's the nose. He can smell. И собаки, они унюхивают запах long distance. На большом расстоянии. Even bears are even better at it. Но даже медведи, они лучше в этом. And then you have the eagle. The eagle can see 5 miles down, 5 kilometers down, and see a corpse. А орел, например, он с расстояния с высоты 5 километров видит падаль. So it's wonderful in that sense that they have these special senses. The only problem is that they're using it for sense gratification, eating, sleeping, mating, defending. Это удивительно, что у разных существ есть такие преимущества в разных возможностях их тела, но плохо, что они используют это для наслаждения чувств, также для того, чтобы защищаться, спать, есть, совокупляться. But through the devotees' devotional activities, we also gain super duper senses. И сознание Кришны мы также обретаем супер пупер органы чувств. Senses become spiritualized. И чувства они очищаются. There's seeing and there's seeing. There's hearing and there's hearing. There's смелling and there's смелling. Tasting and there's tasting. А можно видеть по-настоящему, слышать, но как в другом случае этот слух он проявляется иначе. Чувствовать вкус, то есть бывает большая разница между этими двумя. When you first come, do you see Krishna in the deities? Когда, например, вы приходите, вы видите Кришну в божестве? So that's one kind of seeing, but another devotee who's more experienced sees differently. Нет, вы не видите, но есть другой преданный, который более опытен, и для него Кришна там присутствует, он видит его. When we first start chanting, когда мы просто начинаем повторять в начале своей духовной жизни. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. It's a boring day, 60 rounds all the way. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare, huh? Hare. He's not expert in this.
Hare Rama. Normal chanting. Какой скучный день. Шнек-шнек, рам-рам на каждом шагу. There's tasting and there's tasting. Есть разное восприятие вкуса. You can take prasad or you can respect prasad. Можно просто хватать прасад, а можно почитать прасад. Many times when Prabhupada was respecting prasadam, he would face the wall. He wasn't interested in what was going on around. He would just face the wall and respect prasadam. Not every time, but many occasions. Зачастую, когда Шрила Прабхупада почитал прасад, то он предпочитал садиться лицом к стене и вкушать в спокойной атмосфере. То есть ему неинтересно было, что происходит вокруг. Конечно, так было не всегда, но в большинстве случаев он делал так. So this way we're purifying the senses, the mind, and becoming liberated, transcendentally situated. The mind becomes peaceful, the senses become illuminated with knowledge. Поэтому благодаря этой практике наш ум и чувства не очищаются, ум успокаивается, чувства не озаряются знанием. У вас был вопрос? Это короткая история о Ниранджане Махарадже Махамантре Прабху. Очень давно, 15 лет назад, была похожая история с Ниранджаном Махараджем Махамантра Прабху. Они тоже перевернулись несколько раз в машине. И первое, что спросил один преданный другого, он спросил, где божества? И все ли с ними в порядке в машине? It's a short addition, a short story with Niranjana Swami and Mahamantra Prabhu. We were traveling in Russia to Belarus to Vyasa Puja. It was maybe in winter time, 15 years ago, long ago. And the car also turned several times. And Niranjan Maharaj was inquiring, Mahamantra Prabhu, are you alive? Yeah, Gara Vedetis. What's that? Mahamantra said, yes, Gara Vedetis. Sorry, I didn't hear. Deities, where are the deities? Yes. Where are the deities? Yeah. He was traveling together with his deities. There is. Krishna was sure that they are okay, so he said, "That's all right. That's perfect." Yeah. Wonderful. Thank you. Да, замечательная история. Спасибо. В нашей стране как-то была такая история. Одна матаджа навела машину вместе с двумя преданными. И одна машина хотела обогнать другую, но на ее пути оказался автобус, и она в него врезалась. И перед тем, как врезаться, в этот момент, она начала повторять махамантру. И как раз в этот момент она, после произнесения махамантры, она оставила тело. И вопрос в том, куда отправляются такие преданные? Отправляются ли они на духовную планету или еще куда-то? So there was a story in our country. One Mataji, she was driving a car with a few also devotees, with her daughter and one more devotee. And one car was like wanting to speed up, and somehow a bus before came, and that Mataji, she like crashed into a bus. She shouted before that crash immediately, Hare Krishna, and she left her body. So where do such devotees go? Do they go to spiritual planets or elsewhere? That's a question from the story. Sounded like she got ultimate liberation. Звучит так, как будто бы она обрела истинное освобождение. That's what Krishna says, that if you're thinking of me at the time of death, then you come to my abode. Так говорит Кришна, что если в момент смерти вы думаете обо мне, то вы отправляетесь в мою обитель. Of course, you know, Prabhupada gave also a story of Mahatma Gandhi, that when he was assassinated, he also said Ram, Ram, Ram. I don't know if it was three times, but he did say Ram, Rama.
Также Шрила он приводил пример Махатмы Ганди, который в момент того, как на него нападали, он также произнес один или три раза имя Рама. That's why people call him Mahatma Gandhi. Именно поэтому его люди называют Махатмой Ганди. But Prabhupada refuted that. He said he's not Mahatma. Шрила Прабхупада отвергал это, отрицал, что он не Махатма. He said even the chanting was politically motivated, so at the most. He went to the heavenly planets. Что его воспевание, оно было мотивировано политическими соображениями и максимум отправиться на какие-то райские планеты. So even if you say Hare Krishna, if you're motivated in your chanting, then you may go to the heavenly planets. But if you're a serving devotee, then my understanding. Prabhupada said it very clearly that if you chant your 16 rounds and follow the four regulative principles and serve nicely, you will return back home within this lifetime. He said, I'm not bluffing you, this is a fact. И как говорил Шрила Прабхупада, что если вы мотивированы чем-то в своем воспевании, махамантре, то вы максимум отправитесь на какие-то райские планеты, но если вы ничем не мотивированы и бескорыстно воспеваете 16 кругов каждый день, следуете регулирующим принципам и выполняете служение, то уже в этой жизни, Шрила Прабхупада говорил, вы отправитесь домой обратно к Богу. И я вас ничем не подкупаю, это не блеф, так и есть. Прабу из зала говорит, что, возможно, в вашей ситуации, в вашей истории с тем, что машина переворачивалась и в этой аварии, возможно, вы Махарадж повторял в уме, но другой преданный зала говорит, что нет, и когда вот вы сам окажешься в такой ситуации, тогда ты сможешь предполагать и говорить. Well, Hari Balananda Prabhu is saying that you could have, when you were rolling with your car upside down, you could have like chanted in your mind or something, but the Yalgovinda Prabhu is saying that when you will have such experience, you can talk. I had the experience. Therefore I can talk. Был такой опыт, поэтому я вот. I'm a rascal number one. Я негодяй номер один. Srila Prabhupada ki. Chanting 16 rounds every day ki. Come back home, back to Godhead ki. Jai. Will we take some prasadam or what are your plans? I think they said I should come back. It was very nice that you yesterday led the kirtan. Yeah, it was very inspiring. Downhill, so. Yeah, because after you, another devotee started to sing, and he was not successful. It was like a little bit. So yours was very inspiring. Thank you. I also remembered when you mentioned about this once in a lifetime experience with death. I also remembered Srila Prabhupada gave you the example of this deadly poison, potassium. Potassium, some which you just a drop and you're dead. And he says that Srila Prabhupada was a chemist, so he says that all various substances, when they are characterized, they are also characterized by taste. And this one substance doesn't have taste, because if you taste, you can't say. That's a good example. Yeah, good example. Yeah, just remember. Once in a life experience. Finish. But you know this potassium
Kalotsinidas in the pain, I can't know how it's in English. Potassium and some substance. Yeah, two chemicals, yeah. Thank you.